Итак, ну что, мы наконец-то добрались. Вот наша. Вот туда мы пойдем, на тот мыс, там к океану. Сверху полазим. Короче, все будет прикольно. Ну что, вот мы идем по этой штуке. Вон сзади там Вова корючится, прыгает. Короче, как-то вот так вот. Вот такой вот мостик. Сейчас подниму потом по скале вот так. Залезь сюда. А дальше уж там тропиночка нормально кверху идет. Ну все, я погнал. Ну вот такая вот высота, такая вот красота. Лети, муха, лети.
Теперь посмотрите на эту картину. Это, наверное, 1000 ступенек кверху. Люди опускаются, поднимаются. На парковку паркуют машину вон там, на горе. И по вот такой вот лесенке спускаются к морю. So if you're on the beach and you want to go and check those guys, you have to walk all the way, all the steps. We're already here up high, so we can just walk around and be there. So. Время съесть протеиновый батончик. Да. Hell yeah. Let's go. Вот так вот мы зашли на частный гольф-клуб с этими, с парашютистами, со всякой фигней. Короче, прошли охрану, сделали морды кирпичом, типа мы тут местные. И вообще, проходили, везде все облазили. Сейчас еще набрались наглости, еще уселись тут.